Итак, вы решили продать свой старый iPhone, но перед этим с него нужно удалить все свои данные, чтобы они не попали к новому владельцу. В этом видео поэтапно подробно расскажу, как правильно подготовить iPhone к продаже и стереть все данные. Меня зовут Никита, вы на канале Яблок. Начинаем! И в первую очередь сделаем резервную копию. Это быстро, зато сэкономит вам не один час при настройке нового iPhone. Можно создать полную резервную копию через iTunes для Windows, Finder для macOS или просто создать и выгрузить ее в iCloud на своем старом устройстве. Затем отвязываем от смартфона Apple Watch, если они у вас есть. Для этого переходим в приложение Watch, тапаем по разделу «Мои часы», а после вверху с левой стороны нажимаем на «Все часы». Здесь, возле своей модели умных часов Apple, нажимаем на букву I, а затем выбираем «Разорвать пару с Apple Watch». Дальше проверяем, сохранены ли фотографии с фотопленки, ведь никому не хочется потерять сотни, а то и тысячи дорогих воспоминаний. Можно выгрузить все фото и видео в медиатеку iCloud, правда, продлится вся эта радость ровно до тех пор, пока не иссякнут 5 бесплатных гигабайт облачного хранилища, выделяемого Apple. Как вариант, приобрести дополнительное пространство или использовать сторонние облачные хранилища вроде Google Диск или Яндекс Диск. В сервисе от Google 15 гигабайт бесплатного пространства, а от Яндекса 10 гигабайт. Здесь решайте сами. А можно по старинке сохранить файлы на компьютере или внешнем накопителе. О том, как это сделать, есть подробные инструкции на нашем сайте. Ссылки в описании. Дальше, для того, чтобы девайс после продажи невозможно было найти или отследить, отключаем функции «Найти iPhone» и «Сеть локатор». Переходим в «Настройки», «Ваш Apple ID», «Локатор». После во вкладке «Найти iPhone» дезактивируем два пункта «Найти iPhone» и «Сеть локатора». Затем отключаем iMessage. Для этого открываем «Настройки», «Сообщения», переводим зеленый ползунок iMessage в неактивное положение. После отвязываем девайс от Apple ID и выходим из iCloud и электронных магазинов Apple. Переходим в приложение «Настройки», «Ваш Apple ID» и внизу нажимаем на «Выйти». Ну а теперь, после всего, что мы проделали раньше, можно полностью сбросить смартфон до заводских настроек и удалять всю информацию с iPhone. Перед этим, разумеется, извлеките сим-карту. Если у вас iOS 15 и последующие версии системы, то перейдите в приложение «Настройки», «Основные», «Перенос» или «Сброс iPhone». Нажмите на пункт «Стереть контент и настройки». Кстати, здесь же можно узнать о нововведении прошивки. Теперь с iOS 15 можно бесплатно хранить резервную копию iPhone или iPad в iCloud до 3 недель во время перехода на новое устройство. Ранее для этого приходилось делать локальный бэкап или оплачивать дополнительный объем облачного хранилища iCloud. Это удобно, и вы точно не потеряете свои приложения и все данные. А вот если у вас iOS 14 и более ранние версии, то здесь все немного иначе. Для этого откройте на своем iPhone «Настройки», «Основные», пункт «Сброс» в самом низу страницы, «Стереть контент настройки». Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, не забывайте делать резервную копию и до встречи в следующих видео.